Ну что, мы с вами вместе ждали новый ролик у Мармока, и он вышел. Тут видосик по GTA 5 RP, Животный беспредел. Как я говорила в реакции на Джохана, я пробовала зайти на RP сервер, но он там лагал, фризил, еще там было очень много людей. Я совсем немножко там посидела, посоздавала внешность, но в будущем еще хотела попробовать поиграть. Почему нет? Может быть, что-нибудь интересненькое там со мной и произошло бы. Поехали смотреть! Ролик, кстати, непривычно длинный. А, моей вебки нет, все. Хотя для кого-то, наверное, так было лучше без моей веб-камеры. Ну, вот, вот она я. Вот она, моя веб-камера. Давайте смотреть. Я волнуюсь чутка. Это наш первый день настройки. Готов вкалывать целый день ради одного дошика. Работа. Парень лежит. Я была бы не против дошика. Ты хули лежишь, бля, работай. Что с тобой? У него конвульсии, помогите ему. А чё с ним? Возьмите деньги его. Первый день. А лучше дошик. Работе. Нужно взбираться по карьерной лестнице. Нужно принести впечатление. А чё ты его так скрутила прям? Как это закончить? У меня меню пропало. Убей меня. Да когда смена закончится, я задолбался работать. Типа, может, здесь вообще работаешь сколько хочешь? Типа... От забора и до заката, нахер. Вы можете просто толково объяснить? У моего друга Артема был перс, вот он прям очень внешне на того перса похож. Домой. Вот. Да. Мармок, ебать его надо, это ты. Это не мармок. Разубедил. Ну нет, так нет. Эй, дядя, слышь? Самый простой способ разубедить, это не мармок, ёпта. Ну нет, так нет. И пошёл. Я слишком мало устал, можно отжиматься. Когда слишком мало работы на работе. Мне кажется, такого не бывает. Это случай из ряда фантастики. Все-таки я соскучилась по Мармоку. Даже вот по интро. Только ты говори громче, а то тебя иногда плохо слышно. Твоя тачка такая красивая, нихера себе. О, да, прикольная. Ты, так блестит. Поехали, поехали. Садись, Марина, нас скоро часовизу. Сейчас снежочек отражается. Я как-то побаиваюсь садиться в чужие машины, я сегодня без трусиков. О, мои вебки снова не видно, да? А я не знаю почему. В чем еще прикол? Да хули ты меня вытащил, ёба, блядь. Что с тобой, блядь? Я ничего не сделал, отвечаю. Нормально. Бля, да иди с дороги, дурак, я тебя сейчас раскидаю. Вау. Нихуя он дерзкий. Это чисто... Что у него? Украинская машина, еще все там были по-другому расположены. Ствола стал, ствола стал! У тебя ствол. Ты куда? Все нормально. Мимолетная паника. Идите в багажнике, пацаны, прокатись. Я хочу в багажник, да. Что? Какой вежливый маньяк, сегодня мало таких. Прокати этого дебила, он хочет, он любит. Очень, я. Сначала трахни его. Это мой фетиш. Не, без страха. Это его трахни, мне в багажник положи. Бандиты, смотри, убегают, да? Че, реально бандиты? Че, молодые, грабим, катаемся или че? Так он еще и торчит, он текстурка. Ребят, у меня к вам важный вопрос. Хотели бы вы попасть ко мне в ролик и получить топовые призы? Если ответ да, то хочу рассказать вам о топовом конкурсе. Думаю, многие из вас знают и любят чипсики Принглс, как и я. Ребята из этой компании запускают конкурс Skills, в котором благодаря креативности и вашему скиллу вы можете не только попасть ко мне в видео, но и выиграть топовые призы. Для участия в конкурсе вам нужно: первое, снять и вложить ролик на страничке ВКонтакте или на Ютубе с лучшим, угарным, необычным игровым моментом. Также нужно будет написать два хэштега: Level Pringles и Skills Humilia. Это обязательно. Важно, ролик должен быть не больше 1 минуты. Опубликовать свои работы вы можете до 28 февраля включительно. Видеоролик должен быть по игре только из этого перечня: CSGO, GTA 5, Overwatch, Warface, Minecraft, PUBG и Call of Duty Modern Warfare 19. Второе, дождаться и посмотреть ролик с подборкой лучших видосиков на моем канале. Авторы лучших работ получат крутые и ценные призы. За первое место системный блок Acer Nitro
Acer N5600. За второе место наушники Razer Kraken, а за третье клавиатуру Razer Black Widow. Остальные авторы, попавшие в финальный ролик, получат поощрительные призы в виде 3 месяцев подписки на PS Plus. А среди всех финалистов будет выбран победитель, который получит игровое кресло Feeder Lite. Обязательно ознакомьтесь с условиями конкурса, ссылочка будет в описании. И удачи вам, мои дорогие! Бильярд. Да. Ки. Это бар? Да. О боже мой, я вспомнила какой момент. Знаешь что, я хочу попробовать в бильярд поиграть. Ты умеешь в него играть здесь или нет? Нет, не уверен. А какой у нас счет? Что? Погоди, мы уже играем? Вот этот момент я вот его уже видела, но... Я даже с самого начала подумала, что видела этот момент, но вот эти позы, что-то я не помню. А вот это я прекрасно запомнила из ролика Джохана, если я не ошибаюсь. О да, я забиваю шары в лунку! Пацаны, не хотите шары в лунку забить? Уйдите, у нас аренда не закончилась. У нас тут ситуация... Ты прикол в том, что зашел не один человек, а сразу куча того, такая огромная. У нас аренда не закончилась, выйдите, суки. Он не в том положении, чтобы вам помогать сейчас. Что такое? А подождите, стойте, а вы как-то иначе бильярд играете, что ли? Я не понимаю. Да, я бы какие-то ворота... Не может быть. Да ладно. Это тоже зеленая, но... Ну, ты понимаешь, человеку приятно, не надо. Вошел в положение, молодец. А ну отойди. О смерти, о которой я мечтал, ебошь. Выйденная обстановка. Давай. Здорово, мужики. Что? Я кончил. Все. А вот этого я уже не помню. Миша, вена лопнет, погоди. А у меня щеки уже болят, если честно. Вот смотри, тут люди прыгают просто так. Пока, пацаны, выходи, задумайся. Да, это было скучно. Вот в другую сторону кто прыгнет, а? Вот оттуда ехать. Вот, с дамбы прыгать надо. С табаксов приземлиться. Гайд от Мармока. Не, давай деньги заранее. А там водичка течет, я выживу. Да, ты выживешь. Наверное. Давайте на счет 3. Да. Кто раз, не прыгает, тот пидорюга конченая. Два. Такое чувство, что сейчас кто-нибудь один прыгнет или вообще никто. 3. А как вызвать медиков, в принципе? Просто я вижу кнопку, но не понимаю. Зато ты не пидорюга. Я так и знала, что все не так просто с этим моментом. Парапам. Парапам-пам. Ну чё, где ты там? Такси. Я тут как бы еду, просто тут дороги скользкие. Ты в курсе вообще, что зима, нет? У меня резина летняя, между прочим. Скажи, машина говно. Скажи, далеко или ты уже подъезжаешь? Я не знаю. Чё ты доебался? Я говорю, я не знаю. Бля, я еду. Я всё это время жду тебя в трусах, в метро. А я всё это время еду. Ты что думаешь, я такой дебил? Я ведь еду всё это время. Ты говоришь, что ты близко. Я уже всё, я иду к тебе навстречу. Я думал, что я близко. Иди туда, куда идут те люди, которые не актуальны. Такси тут где-то для меня, это как? Я уже к тебе поднимаюсь. Это я к тебе поднимаюсь. О, блин, вовремя остановилась. Музыка такая громкая была в том моменте. Место, что это? Что это за место? Что это? Это что? Здрасте. Это... Добрый вечер. Ребят, у нас... Сегодня для вас есть... В петушиных боях не заинтересованы. Будем пиздиться за деньги. Можете делать ставки. Начальная ставка $1000. Подобный момент, помню, был в ролике Джохана, они там тоже, ну, тоже подобное было. Они к людям подходили и говорили эти же слова. Ставка 1000 долларов. Я захотел поучаствовать сразу. Красиво мы уломали, пацанов, сейчас подеремся за 1000. У нас купили, это хорошо. И бабки потом попили, вообще похер, кто из нас проиграет. Иди бабки. Давай, 3, 2. Во, вот это там было, я помню это. Кукарегу! Да сдохни ты, блядь, сдохнешь сегодня или нет? Сдохни, что ты за песня на заднем фоне? Кухарегу, я твоих кур топтал, петушара. На, кухарегу! Кухарегу! Чикен Магнакен, пожалуйста, берите, кушайте.
А мы свое дело сегодня сделали, нам лечиться сейчас. Я, кажется, поняла, в ролике Джохана была часть этого момента, а в ролике Мармока другая часть. Но вот эту вот локацию я прям помню. Что за пижамка такая милая? Эти бузички. Потом мы можем вернуться. Нам пора. Аркаш, давай идем красиво. А вот это тоже помню. Погнали, ебаный рот! Второй момент был у Джохана, да. А я это совсем забыла. Я встал, блядь! Я встал, блядь, тоже! Что, блядь? Вызовите медика, пожалуйста. Вызовите медика, блядь. Нам что, настолько нечем занять, что? О, давайте паровозик сделаем. Вот так. Да. Малек, займи обратно свою позу. Не-не, так нормально, давай ты сзади меня, мы паровозик сделаем. Я как? Опа, пацаны. У вас какие-то вопросы к нам? Хотите быть еще четвертым? Да. Что? Мы не рады. Этот момент тоже видела уже. Считывали на такой поворот. У Джохана в ролике. Про GTA с Мармоком. А всем хорошо. Мне хорошо. Нет, просто вот это понравилось. Мне хорошо. И такой ответ. Всем хорошо. Перекручу немножко. Да, мы не рассчитывали на такой поворот событий. Мне хорошо. А всем хорошо. Ой, блядь, только тебя, блядь. Становись обратно в стойку. Звено цепи сорвано. Не-не-не, с другой стороны, с другой стороны. Все правильно делаешь. Маску надень, петушара. О! Кстати, мне тут время как раз подвернулось пообщаться, поспрашивать. Мне украли машину. Скажите, пожалуйста, где ее найти сейчас получается? Я ее эвакуировал, где ее найти? Заметьте, эти прям одновременно это делают, а этот как-то по-особенному прям так... На штрафстоянке. А где эта штрафстоянка? Да. Лол, прикинь. Ага. Ну давай тогда закончим и поедем за ним. Самое время пообщаться. Прям слева. А, спасибо тебе большое. Да, извини, что благодарю. Познакомились в таких обстоятельствах. Да, нормально, с кем не бывает, что с кем. Да, ну, со мной первый раз такое собственно. А чё, сложно? Блин, классный момент. Хоть и видела, но все равно он такой угарный. У меня реально вот тут болят щеки просто. Играть долго, играть мы нет. Мы тут будучи шлюхами зарабатывать. Напишите, кстати, в комментариях, у вас болят щеки, когда вы прям смеетесь или улыбаетесь? Вот у меня вот очень-очень сильно вот тут вот. Давай. Сложно ли играть? Угу. Ага. Ну, если уметь пользоваться моментом, то нет. Если я хотела сделать вот так вот, типа... Ну, знаете, как... Упражнение есть для расслабления, типа, щек и губ. Ну, что-то как-то пошло что-то не так. Как это делать? Ладно. Что, продавать свое тело, то нет однозначно. Вот смотри, ты идешь такой по улице. И предлагаешь что-то сделать за 5000, например, чтобы то ни было. Драка, танец. Давайте, ребят, я станцую вам за 5000. Блять, далеко пойдешь. Давай. Да, давай. Поехали. Поехали. Так как отменить-то, ё-моё? Пацаны, поехали отсюда. Погоди, меня не от меня, не от меня. Давай ебать. Давай ебать, пока он не отменил. Давай, давай, давай. Давай, давай. Я тебе еще 3 сверху накину, все нормально. Ну ладно, поехали, пацаны. Там голова была между тем. Давай я оплачу его. Давай так его оставим. Давай так его оставим, поехали. Меня подождите. Со стороны глянем, ну долго будет так дергаться. Блин, я на скутер сел. А! Что это делать? Что? Хуя вас пахнет машинкой. Я полирую скутер. Стой, стой, не стреляй! Ты у меня завис просто, ты у меня не стреляешь, у меня хп отнимается само, погоди. А, это продолжение момента, когда он влетел на тачке в метро. Кстати, такой цвет красивой машины. Не, просто. Что с пингом? У тебя кровотечение, кровотечение, у тебя кровотечение, кровотечение у тебя. Стой, у тебя бинт есть? А, да, есть бинт. У тебя бинт есть? Да, есть, есть. А-а-а! Адраг Рейсинг. А мы гонки не участвовали, еще не устраивали. Да ну, у тебя машина говно. А жалко да? Тачку. Да. У нас одинаковые машины. Да. Тут как бы и ничего не скажешь. Ну цвет-то у них разный. Нам это на... А, прям с поворота? Ой. Давай, ну ты всрёшь. Это же дерьмо. А давай на драг рейсинг.
Конечно же. Ты же дерьмо, бля. Так, а давай драгрейсинг. Да, так нужно обозначить маршрут. Сигнал. Умеешь сигнал? Не-не, драгрейсинг пока только. Пока только на прямой. Сигнал могу, да. А тут и светофоры прям. Давай со светофора. Типа давай, раз, два и три. Что? Со светофора? Что? Сигнал могу, да. А тут и светофоры прям. Давай со светофора. Свертофор? Это какой-то удар в джиу-джитсу, бля. Свертофор. Что? Это кстати, довольно прикольные кадры, когда на моменте монтажа он как-то реагирует на отснятый момент. Да, не. Знаешь что? А, давай светофор. Давай поставим точку маршрута одну и ту же. Не, давай сначала драк, а потом да. Я, да, сначала драк, давай. Драк это когда просто от светофора до светофора или что? Игра вылетела, что ли, или нет? Зависло, изображение просто висит, вылетело. Камон, пиндрохель, что с тобой? Красный! Иди кусок говна! У тебя оно и бывает. Поехали, Марин. Эй, ты! Поехали со мной! Поехали со мной! У тебя с тобой Олег, блядь, алё! Он там к тёлке приставил какой-то. Я попытался хоть раз в жизни так грубо тёлку склеить, но... Поехали со мной. Подумал я, это GTA, здесь можно всё, но это только в фильмах работает, и здесь это не работает. Ну тачку показал бы ей, тачку уже не видела. А ну-ка подъедь, радио выключи. О-о-о-о, сейчас устроим социальный эксперимент. А сейчас? Что сейчас? Поехали со мной. Или со мной. Поехали. Что? Серьёзно? Сядешь в багажник. Не понял сейчас, блядь. Садись. Блядь, тачка решает, поехали. Зацепил всё-таки, да? Что мне с ней делать? Зачем я её взял? Ну? Ты хотя бы открыть дверь ей. Что это? Так там говорится, мы в ответе за тех, кого приручили. Ну тут немножко по-другому надо перефразировать. Мы в ответе за тех, кому подкатили. Это обычно, почему она сделала? Девушка, вам нужны вещи. Блядь, у меня жена и сын. Что мне с ней делать? Сейчас второй должен Марина? Подъехать. Надо думать, была об этом хочу. Я подъезжаю на своей красотке. Вот здесь, мы здесь. О, все, давайте вести себя как мажоры. Да. А вот и мое такси. Здравствуй, брат. Типа я твое такси, давай, садись, мафиозник. Поехали. Опять мы напыщенные, брат. Стартуем. Да, вот, слушаюсь. Что? Пока, твоя тачка космос. Здесь его нет. Калимый кусок говна, а не машина. Полицейский разворот. Уезжаем красиво. А куда мы едем-то? А, бля, я не знаю, главное, что пафосно, газуй. Да, уехали красиво, согласен. Куда мы вообще едем? Мне кажется, сейчас они столкнутся. Пафосно, меньше и меньше. Аккуратно. Главное, что пафосно, бля. Главное, что пафосно. Это как NPC в играх и заворачивают за угол и исчезают. Так и мы хотели сделать, только мы не NPC, а долбоёб. Всё бывает. Где ты? Всё, я у входа, я вхожу. Уж снеговичок даже внутри. Не, я не на входе, не-не-не, я далеко, я отошёл. Это улица. Я сперва подумала, что это он находится внутри, потому что и тут как бы стена и окно, и тут... А это снаружи. Не-не-не, выходи направо, беги. Выходи направо, беги. Ага, вижу, это ты в этой тачке? Да, не-не-не, слева. Не-не, слева, так слева. Еще. Или вот, вот, да, ты на меня смотришь. Чуть правее. В смысле я на да, тебя правее. Смотрю? Что? Да ты на меня смотришь, правее. А вот это он лагает? Ну, справа сейчас. Нет. Еще сейчас правее. Справа, да, ты мимо, не, прям справа было, ты прошел мимо. Стоп, стою, я просто встал. Вот, да, налево беги врач. Меня. Налево поворачивай. Точно. Прям налево полностью. Да, беги вперед. Туда. Просто бежать. Сейчас да. Он собьет. Да. Мимо пробежал что? Опять. Я, конечно, извиняюсь. У меня друг на вас похож. Вы видели его. Какого хера? Ты можешь меня? Если меня уебешь, я умру. Не наступи на меня. Блядь! Крыса! Сука! Зачем управлять? Я сдох, у меня хп мало. Мне нужна моя машина, поехали.
Какая нахер машина? Игрушечная, наверное, маленькая. Я хочу на бэхе своей поехать покататься. Я не катался весь день. А если вызвать скорую, крыса, что будет? Погоди, я не знаю. Кстати, интересно. Я хочу тебе скорую вызвать. Погоди. А мы можем зайти в больницу с тобой? Пойдем. Поехали. Типа, здравствуйте, доктор, с моим другом что-то не так. Не могли бы вы его посмотреть? Да, я не такой быстрый, как ты. Что, я... Алло, я с питомцем на прогулочке, пацаны, борчона. Вы сбили моего питомца! Вы не сбили. Пожалуйста, поднимите меня. Вы можете ездить аккуратнее, тут, блядь, люди ходят вообще-то. Я на крыса. Марин, ты где? Что, я рядом с тобой, смотрю на тебя. Хочешь фокус сейчас сделаю? Какой? Ну давай посчитаю до трех. Давай, считай. Меня задолбали уже. Да нет. Да меня тоже. Два... Три. Блять, сука, я думал, получится. Что, хотел пёрнуть? Бля, ну пацанов такое бывает. Нет, давай еще что? Раз. Раз. Два. Три. Что? Вы не уйдёшь. Это пиздец. Чей? Я чей, блять? Слушай, У меня довольно большие яйца. Не сбила. Не задави меня, таксист. Здесь тебе не проезжая часть. Ходит, блядь, такой уёбаный, блядь. Такой хуёща. Тебя лечат. Вызвал. Спасибо большое, спасибо, всё, спасибо. Зашибись, пошли, брата. Всё, слушай, поём. Где ты там, блядь? Да мне тут мешают. Вот знаете, есть Том и Джерри, а тут Мармок и Джохан просто и всё. Зверополис какой-то. Давай только по дороге, давай не... Это очень опасное место. Служба отвала животных, представляю, сейчас бы приехала ещё. Да ты там в дрифте. Если такая в GTA вообще есть. Я подъехал к точке. Летишь или нет? Ты точно на этой заправке? Я на заправке. Вот я бы мимо появился. Вот, стой! Встаю. Фу, блядь. А, вот он. Мелкая хуятина. А ну дай гляну, как ты там сидишь, я хочу посмотреть. Где там ты? Я тебя не вижу. Не достаю. Зато я себя вижу, поверь мне, и тебе не стоит это видеть. Это супер странно. Ладно, я захожу. Давай, мы захватим этот город. Ты на педали достаешь. Я на каблуках. Очки там, каблуки, блин. Так. Что он делает? За нами хвост. Я и говорю, я хочу от него оторваться. Ну-ка, ша, малышка, что ему надо? Я дико извиняюсь. Алло. А сколько такая, да, BMW стоит? Это половина. Два хозяина и мешок педигри. Газуем отсюда. Он за нами, блядь. Слушай, развернись, резко сбей. Я хочу его уебать. О, да, резко. Да, иди. Иди нахуй. Какие мы грубые. Да можно, мы аморальны, мы животные. Мы не знаем, что такое хорошо и плохо. Нам нужно уехать, там тупик, блядь! Кто тебе права дал, блядь? Люди. Всё, больше нету хвоста. Это же, по сути, RP, там вроде как нельзя убивать друг друга, если не ошибаюсь, им за это ничего не будет. Уезжай, топи! А чё он предъявит? Скажет, что его собака сбила на БМВ. Ты ему поверили? Кстати, да, логично. Ой, что? Давай я тебе отдам пушку, и ты постреляешь, а то я не могу. А я могу ебать? Ну чё это грубо? На, брось. Машина пролетела мимо. Бросил, ищи оружие. А, не, не бросил. Опа, копы, тихо. Что, бля? Что такое? Гав, что гав. Такое? Гав. Давай сейчас по-быстрому сяду и мы съебемся. Газуй! Все в порядке. Сейчас, го, ходи. Да не меня, ты дебил! А как я сел? Обезьяна тупорылая. Нахуя кругами хожу? А сейчас, я... Кругами хожу, обоссать кого-то хочу, наверное, не знаю. Было бы очень угарно, если бы такая функция как раз-таки была в GTA-шке. Чего, бля? Мой молодой тебе в глотку не влезет. Мармок! Уехали! Надо дверь закрыть, подожди, стой. Так, секундочку, я чатик закрыла, надо открыть, а то я... Опа, все. Аккуратнее, примат обоссан, это тебе не джунгли. Давай в мэрию газуй. Да, я туда еду. Или в полицейский участок. Я могу выходить.
Что? Давай, Мэри. Ты свинью переехал! Это я! Какого хрена ты это так неожиданно делаешь? Так же птица! Ой, и что? Там еще вроде с оружием свинка-то скрутилась. Мясо кабина в салоне. У меня пятачок, бля, через крышу выходит. Что? Ты просто очень вонючий обезьянка, бля. Насала в салоне. Я не вижу Мэрию, у меня нет на карте её. Это чё шлифуешь, ты колёса Мэрии? Не-не-не, я стою на месте, я Мэрию пытаюсь найти, я не вижу Мэрию. А зачем? Сейчас я поставлю метку. А я увижу её? Колёса, блядь, сдулись. Давай ты за руль. Да. Твою мать. Он так постоянно умирает. А за мной бегает слишком много людей. Я невкусный. Уйдите. У меня нет другого выхода, Аркаш. Я просто спрячусь в полицейском участке. Да уйдите. Мне похер, что сюда нельзя. Я ж свинья. Вы что, меня закроете, что ли? Ебать. Реально закрыли. Вы посадите свинью. Изверги, блядь. Я ж не человек. Почему вы так скручиваете вообще? Меня скрутили, блядь. А за что, блядь? За свинское поведение, блядь. Я сейчас буду обыскивать. Пятачком упереться или не надо? Скажите это нам, гражданин. Попку мою пухлую не трогайте. Офицер, отойдите, пожалуйста. Не мешайте задержанию. У меня свиной грипп. Такой серьезный. Я тебе не советую. Сейчас я достану, получается, свиные перчатки, получается, еще по верхней нижней части тела свиньи. Что? У него было найдено 95 патронов неизвестного калибра. Где ты их нашел? Говорит, придут именно, где ты их нашел? Найдено 100 с хуем патронов неизвестного калибра. Сожрал, скажи, что ты их сожрал, блядь. Я их сожрал, я их сожрал, пушки нету, я просто нашел их, сожрал. Ага, смотрите, мы у вас, конечно, на 12.7 делаем о предупреждении, он должен станцевать нам танец какой-то. Что? Танец? Вот вам и полиция. Да, народный свиной танец. Что? Что? Когда я утром вставал, я не думал, что так пройдет мой день. Какого фига? Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну, машина классная. Чего меня тупит? Такая машина стоит 7 миллионов. Вот вам и 7 миллионов. Сейчас я тебя подберу. Выберемся мы из этой жизни на яму, Аркаша. Выберемся. Я не могу выбраться из своей ямы. Я без связок голосовых. Я под машины бросаюсь, под все. А ты кто сейчас? Хитман. Я хуже. Ой, я тебя слышу. Это ты? Вот. Это я. Реально Хитман, блядь. Не слышно? Не слышно? Не только... слышно. Ну ты какой-то Хитман Вин Дизель. Я не знаю, какой-то странный. Садись, Хитман. Я буду агент, давай буду твой водитель. А что с колесами? У тебя колеса налево. Да? Не, у меня все нормально. Смотри, ты посмотри, как я хожу. Сейчас. Откуда у них твоя моделька в игре? Сука, знаете, я был оскорблён! Шикарно. Знаете, с одной стороны смешно, а с другой стороны шикарно. Грустненько. Би-би, я выезжаю. А есть такой серебристый? Мать твою, у меня тут навигатор пробки мне показывает. Какого хера? Что тут за пробки такие? Вау. Надо подышать. Одни инвалиды на дорогах. Прицени мой цвет. Прицени. Где ты? Из-за того, что видосик очень длинный, я уже выпила все вот, что тут было. Всю водичку. Обидно, между прочим. А? Здесь парень на бэхе ровно, как у нас. А теперь точно все. Слушай. А, тут... Где? Я говорю, зацени мой цвет. Стоит. Я хотел сказать, что у него пиздец дорогой костюм еще. Но вспомнил, что ты Хитман, ебаный. Дебил, блядь. И друга не признал. Инвалид. Цвет тебе нравится, нет? Не очень. Ну, наличие. Сука, уёбай, блядь. Лучше бы промолчал, блядь. О! Что? 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 Привет,
всем и спасибо за просмотр. Привет. Ох, как я по вам соскучился, ребята. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. У меня было хорошее настроение. 2 пакетика травы, 75 ампул мескалина и до хрена материала. Точнее, все это, кроме наркотиков. Наркотики — это зло. Плюс. Так что, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Если не понравилось, соответственно, дизлайки. Мне, как всегда, нужен просто фидбэк. Угу. Кстати, у меня до сих пор есть мобильная игра. Вы помните такую? Если честно, уже забыла. Да. Тогда я напомню. В общем, это кликер, довольно забавный. Там вы можете поиграть за меня. Ссылочки в описании. Еще раз спасибо за просмотр. Спасибо, еще раз привет. Здесь был грёбаный Мармок. Увидимся в следующем видео. Пока. Пока. Ну, в принципе, что могу сказать, ролики непривычно длинные, как я говорила в самом начале. И еще, если вы смотрите видосы Джохана, то у Джохана тоже есть на канале Мармок, и некоторые моменты из видосов Мармока я уже видела в видосе Джохана. Поэтому мне кажется, реакция, возможно, моя немножко не такая получается, но все равно это угарные моменты, и мне даже во второй раз смешно. Так, у меня начинается ломка без новых видосов. Спасибо тебе, Мармок, за такой топовый 2019. Жена Мармока. Марин, иди сюда, стол сломался, Мармок. Перезайди на кухню, это баг. Я уже видела подобный комментарий, кстати, у него когда-то давно. Но я прям помню, что кто-то уже писал что-то подобное. Я не ожидаю нового ролика Мармока в пятницу, потому что мы с вами знаем, что в пятницу не будет нового видосика. Но в любом случае, я жду, когда он созреет, и у него на канале выйдет что-нибудь новенькое. А Джохана я также буду смотреть, и, возможно, буду слышать там и видеть, ну, Мармока именно в каких-либо играх, как они вместе взаимодействуют. Это довольно прикольно. Ну и ролики отдельные на канале Мармока я тоже с нетерпением буду ждать. Там бонус? Бонус? Ой, спасибо, что написали, а то бы пропустила. Так... Этот переход. А можно вопрос, это что такое? Свиньям здесь со стороны нельзя, короче, находиться. В смысле, прям что, подмышки. Есть где-то на входе надпись, что нельзя со свиньей? Ты что, ещё и разговариваю вообще? Я и пизды могу дать. Нормально. Я, кстати, думала, что мне показалось определенный момент, что Мармок был с Калашниковым. Потом я его видела еще в машине там один раз, а сейчас прям видно, прям как он под мыхой там висит. Вообще довольно прикольно. И большое спасибо, что сказали про бонусный момент, а то я реально пропустила бы. Спасибо.